звезда сериала «Каменская». Андрей Ильин официально был женат дважды. Оба брака оказались бездетными. После развода со второй женой Ольгой, тренером по плаванию, ходили слухи о новых романах Ильина. Но они быстро развеялись, когда мужчина представил публике свою новую возлюбленную, свою новую любовь. Андрей Епифанович повстречал после 45. Ею оказалась Инга Рудкевич, телевизионный редактор. Сейчас женщине 53 года, она младше Андрея на 7 лет. Отношения Ильина и его гражданской жены длятся вот уже 10 лет, хоть и официально они не оформили брак. Это им не мешает быть счастливыми. Звезде сериала «Склифосовский» удалось стать отцом только после 50 лет. В 52 у Ильина появился на свет первенец. Для его гражданской жены Инги сын не первый ребенок. От предыдущего брака у женщины есть взрослая дочь. Единственному сыну Ильина Тихону исполнилось уже 7 лет. Воспитанием сына занимается мама, так как отец занят на съемках. Сам Андрей Епифанович считает себя прекрасным отцом. В период самоизоляции он наверстал упущенное, провел 3 месяца свободного времени с сыном. Отметим, что любимое хобби актера – это рыбалка. К этому увлечению он пристрастил и сына. А вам нравится этот актер? Пишите свои мысли в комментариях.